Для приготовления котлет для чизбургеров нам понадобится полкилограмма фарша из курицы, полкилограмма фарша из говядины, пол столовой ложки соли, 2 луковицы, полстакана подсолнечного масла. 2 луковицы режем мелкими кубиками. Обжариваем измельченный лук на подсолнечном масле до золотистого цвета. Фарш солим, добавляем обжаренный лук и хорошо вымешиваем. Из фарша делаем шарики и расплющиваем их на ладошке где-то толщиной, чтобы они были 3 миллиметра. Полученные котлетки обжариваем на подсолнечном масле до готовности. Если при протыкании ножом из котлеты не выделяется кровянистый сок, значит котлеты готовы. Выкладываем готовые котлеты сразу на булочки. Приятного аппетита!